я был остановлен в городе Моршанске, Тамбовская область, сотрудником полиции. Вы себя хорошо чувствуете вообще? Нормально. Кажется, да? Документ предъявите. Мне кажется, у вас поведение соответствует обстановке. Мне не доверяете, что я сотрудник? Нет. Я не доверяю вам, что вы водитель. Сотрудник полиции, понимая, что они направили трезвого человека, и у них не... скажем так, не прокатила подстава. Один из них шепотом мне на ухо говорит: то есть мы будем ходатайствовать о проведении, о направлении твоих анализов в город Тамбов. Оттуда, говорит, придут, какие нам надо. Что меня вдвойне возмутило. Это он так сказал, сотрудник полиции? Да. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба, досмотрите этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Расскажите, что у вас произошло? До обращения к Вадиму Серову, право на защиту, я был остановлен в городе Моршанске, Тамбовская область, сотрудником полиции. Время было ориентировочно 2 ночи. Вот. После остановки сотрудники полиции попросили предъявить документы, не пояснив, для чего им это нужно, какая необходимость, какой необходимостью это вызвано. Вот. И на что я начал задавать соответствующие вопросы, то есть для чего вам нужны мои документы. Что понудило вас поднять жезл? Что я нарушил? Пока ничего не нарушил. То есть проверка документов, да, вне стационарного поста? Да, вне стационарного поста. Внесены изменения. Один из пунктов стал для проверки документов. Если имеется на то законные основания, вы, по-моему, не договариваете. Какие? Основания у вас какие? Мы опять к тому же законные подошли. Какие? Ну какие? В смысле? Законные основания какие? Что ж вы так улыбаетесь? А что ж вы плачете? Да зачем? Нарушаете действующее законодательство Российской Федерации. То есть сотрудник полиции нельзя не улыбаться? Не можно. Нельзя. Нужно. Можно, можно. Нужно. Даже нужно. Ну, вот. А вы кому служите? На чье благо? Благо? Да. Народа. А мы кто? Представляете, вот... А мы кто, быдло? Вы так без причины берете и останавливаете. Вас, вам кто-то что-то сказал? Или вас нет, я вас интересую, спрашиваю. Может, вы увидели, что в нас быдло какое-то? Четкого ответа я не получил. Просто, точнее, четкий ответ я получил для проверки документов. То есть безосновательной проверки документов. На что я отказался. То есть начал пояснять то, что они не имеют на это права. Вот. И после угрозы статьей 19.3 мне все-таки пришлось передать документы, водительское удостоверение и техпаспорт, вот, дабы не получить статью 19.3. Вы мне будете предъявлять документ, нет? Буду. Давай. Только зачем? Статья 19.3 может наступить, если вы не будете мне предъявлять документы. Я сейчас вызываю опергруппу, вас снимаю в присутствии, не предъявлять документ, статья 19.3. Угу. Невыполнение законного требования сотрудника полиции. У вас документ, претензии документ к свидетельству о регистрации есть? Свидетельство о регистрации? Да. Нет. Но на вопросы показать страховку я им отказал. После нескольких часов перепалки, которая происходила примерно до 5-6 утра, один из полицейских заподозрил то, что я нахожусь в каком-то неадекватном состоянии. Это спустя вот несколько часов. Вы взяточник? Вы к чему так спрашиваете? А вы к чему спрашиваете на документы? Вы себя хорошо чувствуете вообще? Нормально. Мне кажется, да? Документ предъявите. Мне кажется, у вас поведение соответствует обстановке. Ввиду этого были остановлены понятые, и меня повезли на медосвидетельствование, так как я в медицинское учреждение, так как я отказался пройти медосвидетельство на месте, так как я уже подозревал предвзятость сотрудников полиции. Они вели себя очень хамски, негативно, ну и неподобающим совершенно образом. Мне не доверяют, что я сотрудник? Нет. Я не доверяю вам, что вы водитель.
впоследствии, когда привезли меня на медосвидетельствование в медицинское учреждение, меня оставили в коридоре, сотрудники полиции прошли непосредственно в кабинет, где проводится свидетельствование. И я услышал шорох каких-то, ну, целлофана. После этого меня позвали в кабинет, я зашел, и сотрудница, фельдшер или медсестра этого учреждения начала доставать трубочки для алкотеста. И я услышал тот же шорох, который я слышал в коридоре. Для чего шуршали этими трубочками, этими пакетами, мне не ясно. Соответственно, я сразу сделал для себя выводы, что здесь будет проводиться подстава. Так или иначе. В связи с тем я попросил достать весь арсенал, который у них имеется, этих трубочек, и уже из этого арсенала выбрал, которые лежали там. То есть те трубочки, которые мне предложили, я их убрал в сторону и достал уже из того, что у них имелось. Вот. Впоследствии продули в алкотестер по нолям. В дальнейшем попросили меня сдать анализы, мочу, для прохождения теста на наркотические вещества. Я сдал, предоставил все анализы, они проверили. Рядом со мной находились свидетели, вот, те, которые находились со мной в машине, они прибыли в медицинское учреждение, которые видели, что все тесты я прошел. То есть ввиду и когда там приседаешь, там пальцы к носу и так далее. Вот. И каждый тест подтверждал врач тем, что, ну, то, что я трезв. Вот. И когда медосвидетельство закончилось, моча осталась, анализы мои, как-то произносить слово моча, вот, мои анализы остались на столе, и сотрудник полиции, понимая, что они направили трезвого человека, и у них не, скажем так, не прокатила подстава, один из них шепотом мне на ухо говорит: то есть мы будем ходатайствовать о проведении, о направлении твоих анализов в город Тамбов. Оттуда, говорит, придут, какие нам надо. Что меня вдвойне возмутило. Это он так сказал, сотрудник полиции? Да. Потом начал добавлять более громко, то есть он шепотом мне сказал на ухо, произнес эту фразу, и потом начал добавлять, найдут там... Ну, я не обладаю терминами наркотических средств, ну, какие-то там амфетамины, там, и что-то такое, какое-то слово назвал. Вот. Ну, целиком, полностью он мне объяснил то, что так или иначе я окажусь пьяным. Вот. И мне пришлось забрать баночку с мочой. Я не употреблял никогда наркотики, соответственно, и стать наркоманом, ну, вследствие такой вот ситуации мне не хотелось. Ну и, соответственно, я эту мочу уничтожил, скажем так. Вылил, получается, или как? Да. Угу. Это по неосторожности, я так понимаю, наверное, произошло? Ну да, я ее носил с собой. Угу. Вот. И когда пошел в туалет, я нечаянно обронил. Угу. Вот. И, соответственно, меня несколько раз уже впоследствии просили еще раз сдать анализы. Приезжала группа полицейских, там человек из четырех, просили меня повторно сдать анализы. Потом приехал главврач. Я попросил главврача, чтобы он опечатал баночку, как полагается. Да, они мне предложили опечатать. Стал вопрос об опечатывании баночки. И мне показали просто лейкопластырь, которым, ну, советский такой лейкопластырь белый, который якобы они заклеивают. И ставят подпись на этом лейкопластыре. Отлепляй, откручивай и делай, что хочешь. То есть, вот. На что я не согласился, говорю, ну, как-то более подобающим образом, там, бумажку хотя бы, чтобы не вскрыть. Нет, говорит, у нас вот только так опечатывают анализы. Вот. И об этом же стоял разговор и с главврачом учреждения. Вот. На что он уже под камеру спросил меня, могу ли я сдать анализы. А я действительно на тот момент уже не хотел. Я сходил. Не мог, нужде, да. Не мог по нужде сходить повторно. Да. Вот. И уже под камеру спросили, можешь ли, вы будете сдавать мочу? Я ответил, что не имею такой возможности. Да, возможности, угу. Чисто физиологически. Угу. Вот. Ну и впоследствии через полчаса ориентировочно, это время уже где-то
9 дня, может быть, даже 10, вот, выносят, главврач выносит решение об отказе прохождения от медицинского свидетельства. Что якобы ты отказался от медицинского свидетельства? Якобы я отказался, да. На основании этого полицейские обрадовались, заулыбались и выписали уже протокол на основании медосвидетельствования. То есть оформили протокол по статье 1326, часть 1, да, Кодекса административных правонарушений за отказ от медицинского свидетельствования прохождения. Почему решил обратиться к нам? Ну, во-первых, с Вадимом я был до этого знаком, как бы с его подписчиком, смотрел его ролики, ну и понимал, что этот человек вроде как может ему доверять. Ну и, соответственно, решил обратиться к нему, потому что в своем городе, как сказать, рука руку моет, и кому-то обращаться даже не хотелось. Ну, обратился непосредственно в агентство права на защиту и всем доволен. Дело мы выиграли, право вождения мне вернули. Вот. В том числе спасибо Вадиму, спасибо адвокату Николаю. Поступил правильно, что обратился непосредственно. Просто по таким делам нужно обращаться к специалистам. Да, все верно. Потому что самостоятельно, к сожалению, у нас суд должен быть вроде бы непредвзятым и рассматривать дела всесторонне. Да, я могу добавить по этому поводу. То есть изучая, уже углубляясь в процедуру медосвидетельствования, я уже на 100% был уверен, что я был прав в той ситуации. Вот, то, что я прошел медосвидетельствование, то, что врачи неправильно вынесли решение по поводу отказа. Но я понимал, что у нас судебная система сейчас выстроена так, что ты не докажешь свою невиновность самостоятельно. Даже юристы говорят о том, что самого себя защищать, это очень сложно. Ну, там в любом случае путаешься, эмоциональный фон и так далее. Вот, поэтому и я рекомендую, и мой опыт уже показывает о том, что лучше обратиться непосредственно к человеку, к адвокату. К специалисту. К специалисту, да. Я понял. Ну, в общем, результатом ты доволен? Водительское удостоверение сохранили? Да, на все 100%. Мы забыли уточнить. Мировой суд принял нашу сторону. Да, причем мировой суд даже принял нашу сторону. Оглашается результат на часть постановления по делу административного правонарушения 4 декабря 2019 года в Липецкой области, города Ельце, мировой суд, с ним участка номер 6, города Ельце, Ельцевска, городского судебного района Липецкой области, Черниковск. Рассмотрев дело об административном правонарушении при усмотрении части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения в отношении Чучкина Алексея Юрьевича 30 ноября 1983 года рождения, уроженца города Ельце, Липецкой области, гражданин Российской Федерации, работающий менеджером водителем в области прав на зарегистрированный фактически проживающий по адресу 36 ранее привлекавшись к административной ответственности по главе 12 Кодекса о административном правонарушении Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 24.5 порядка постановил прекратить производство по делу административного правонарушения, предусмотренной часть 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации о административном правонарушении в отношении Щучкина Алексея Юрьевича за отсутствием водительства состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в Ельцевском городском суде Липецкой области в течение 10 суток дня вручения копии и получения копии постановления. Мотивированное постановление будет изготовлено 6 декабря 2019 года. На этом судебном заседании является закрытым. Да, и следующий момент. Сотрудники полиции посчитали, что они правы и решили обжаловать постановление мирового суда, вышестоящую инстанцию. Но районный суд также, Елецкий районный Елецкий суд, городской суд также подтвердил и оставил постановление мирового суда. Оглашается резолюционная часть решения по делу административного правонарушения. 11 февраля 2020 года город Елецкий, Липецкой области, судья Елецкого городского суда Липецкого суда Карл Пустарев, рассмотрел жалобу старшего инспектора ДПС ГИБДД МОНВД России Маршанский, Карташов Ивана Васильевича на постановление мирового суда судебного участка номер 6 города Елецкого Елецкого городского судебного района Липецкого области 4 декабря 2019 года по делу совет правонарушения в отношении Щучкина Алексея Игоревича. По привлечению к административной ответственности за совершение правонарушения призма части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, которое производство по делу прекращено за отсутствием
действий в состав административного правонарушения руководствуясь статьями 3.3.1, 3.3.8 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, статья Анишев, постановление мирового судебного судебного участка номер 6 города Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области 4 декабря 2019 года о прекращении производства по делу административного правонарушения присмотр частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений в отношении Щучкина Алексея Игоревича за отсутствие в действиях состава административного правонарушения оставить без изменения жалобу старшего инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России Маршанский Карташова Ивана Васильевича без предварения. Решение вступает в законную силу немедленно. Так что правда на нашей стороне, в общем, нужно отстаивать свои права. Никогда не сдаваться. Однозначно. Все, спасибо большое. Удачи на работе.